Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис, и вместе со мной за повседневной жизнью Перми и пермяков наблюдает оператор Александр Аксенов. Мы колесим по пермским дворам и улицам на автомобиле Лифан Бриз, любезно предоставленном компанией Демидыч на улице Ким, 75. И для начала кадр дня от нашего телезрителя. Эту фотографию прислал Василий. И называться она будет так: «Все-таки могуч и велик русский язык. Пирожок с яйцо. Эко завернули». Двоечка за грамотность, друзья. Этот небольшой гаражный кооператив разместился в самом центре Перми, между улицами Революции и Народовольческой. И главная его особенность в том, что практически на каждое машиноместо приходится изрядное количество так называемых ТБО, твердых бытовых отходов, попросту говоря, мусора. Мусор здесь везде. Он лежит у гаражей, он лежит вокруг гаражей. Его здесь много. Но что творится за гаражами? Так вот, если заглянуть за гаражи, то там просто практически филиал городской свалки. Мусора навалено. Во! И можно понять недовольство жителей окрестных домов. Жить окнами на гаражи еще куда ни шло. А вот жить окнами на помойку, которая тем более под окнами быть не должно, согласитесь, как-то не весело. Во дворах между улицами Куйбышева и Пионерской стоят три маленькие одинаковые двухэтажечки. Их адреса: Куйбышева 68/1, 68/2 и 68/3 соответственно. Так вот, во дворах всех этих трех двухэтажек лежат огроменные кучи мусора. И чего здесь в этих кучах только нет. И срезанные давным-давно ветки, и бытовые отходы, в общем, чего здесь только нет. Чистоты и порядка. Вот чего. Во дворе дома номер 68 по улице Куйбышева в голову приходит один единственный вопрос. Считать вот это вот неопрятное место детской площадкой или все-таки кучей мусора и металлолома, мягко скажем, небезопасного для ребячьего здоровья? Вот таким увидела обычный день Перми и пермяков съемочная бригада дежурного по городу. И на этом заканчивают свою работу Игорь Гиндис и Александр Аксенов. Нам остается только напомнить, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автор самого интересного послания получит вот этот сертификат на 1000 рублей от магазина «Евроспорт». А посему не забывайте нам звонить и писать. Ждем с нетерпением. Выигрывайте и приезжайте в «Евроспорт» на Ленина 102. Вас там ждет отличный выбор тренажеров, лыж и коньков, одежды для спорта и активного отдыха и спортивных товаров профессионального качества для любителей. Завтра среда, и завтра вас ждет командировка дежурного по городу. Ну, а на сегодня все. Свидимся. Спасибо, удачи. Пока.